Meine Damen und Herren, die Flugzeit von Düsseldorf wurde mit 2 Stunden und 45 Minuten errechnet. Bitte schneiden Sie sich jetzt an und ziehen Sie von Sitzgruppe fest. Bitte schalten Sie Ihre elektronischen Geräte jetzt aus. Können Sie gerne während des Reiseflugs nach Erlöschen der Anschnallzeichen wieder benutzen. Beachten Sie, dass aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Mobiltelefone von jetzt an abgeschaltet bleiben müssen, bis wir unsere Parkposition in Düsseldorf erreicht haben. Guten Morgen, тоже, да? Светлана. Да. Сегодня все расскажут, покажут. Да? Все, все на службе. Все на работе. А мы гуляем. Это хорошо. Да. Сегодня погода благоприятствует, хорошая. Да. Так что надо уже будет курточку снять. Да, да, да. Ну, утром было холодно. Мы 8 часов из Владивостока, это было холодно. Всего 2 дня вот прохладно. Погода на следующей неделе восстановилась, будет очень прекрасно. Да, да. Бабье лето. Если ночью уже холодно, это у нас тоже так. А день будет хорошее солнце, хорошая погода. Это у нас тоже так. Валера летит. Да, да, да. Нет, здесь 4. Да. И там 4. Знакомый там? Ага. Ух. Больше нет. Да, уже включила. Да. Да. Thank you.
Смотри, какой вертолет интересный. Да. Очень интересный. Это, я думаю, это Ocean Submariner. Да. У нас на таких самолетах... Это вертолет, на котором мы летали. Хорошо. Что? Тебе? А, конечно, да! О, это? Да. Это тоже и... Печка. Угу. Ой. И еще история. Если Вольфганг это видит, да, он будет сказать, думаешь, когда мы стояли на границе Украины? А, нужна была печка, да, такая? Нет, не было так. А я сказала уже, мы там 10 да. часов стояли. Ничего случилось. А когда я ночью там, ну, в терминал, куда ехала, там сидел офицер, там это было 1 апреля, снег, холодно. И там он сидел, а он ко мне сказал, здесь говорите по-украински, не по-русски. Да. А потом Вольфганг там был, и я сказала уже, он... Нацист. Нет, нет, нет. Он такие, муж, интернационализм, он сказал. Тот нацист. Украинец. Да. Нет, да-да. Да. Это было в 97 году. Были чуть-чуть такие уже. Уже были? Уже были, да, да. Артём. А. Где?
Жена. Фрау, да, фрау. Фрау, sie auch ist Thüringer. Ты знаешь? Да? А у меня есть сестры, они тоже близнецы. Да. Нет, Сабина, двойняшки. Да, нет, нет, да, да, двойняшки. Они разные. А вы близнецы? Настоящие. Настоящие. У нас говорят близнецы всегда. Если такие, да. Так... Да. Я знаю это, да. Интересно. Да. Мой брудер, мама, есть Эдгар. Эдгар. Это значит... Сын его называется... Владимир Эдгарович. Нет, не знаю. Он же приехал, вот эта машина знает. Да. Нет, ну, у меня получается имя Гуннар, а отца зовут Петр. Гуннар, это у нас тоже в Германии. Ну, это скандинавский. Да, да, да. И поэтому там росли, выросли, поэтому имена такие. Вы здесь живете уже, да? 13. Нет, нет, это отец. Отец. Отец Петр, да? Да. Нет, нет. Приятно с вами. Мы познакомимся, да? И смотрит, куда упадет, куда сон, ветер дует. Понятно, понятно. Когда мы в Чехии, зимний спорт прыгать с трамплиной, там всегда шест скокан. Это тоже так? Это тоже так. Шест скокан, человек, который на первое пробует. Да, да, да. Здесь его называют Иван Иванович иногда. Ключ нашла? Я. По-моему, северный. Thank you.
Или перелетит? Перелет. Молодец. Молодец. Или здорово. Пешком. Пешком? Да. Берешь все и идешь. Если... Сабина, сейчас если спортсмены. Если у него болит нога, как пешком? На колесах. Да, да, да. Да уж, это точно. Beste von Springen in unserer Flug. Геннадий Андреевич! Очень рад с вами познакомиться, а, к сожалению, мы вместе не будем прыгать. Вот главный прыгун. Das ist ein Springenmeister, Геннадий. Нет, да. Они сейчас набирают высоту. Папа немец, мама белорус. Понятно. Да, я русский, да, Геннадий Андреевич? А я русский катался. Странно все в этом мире. Понятно. Да, это точно. Интересно у вас здесь. Да. 120 на 8. О, космонавт! Ура! Сердечко так это волнует. Да? А сколько? Пульс не мерили? Ну, как он вернулся. Это хорошо, но... Я... Таблетки имею. Да? Там есть пакет, Сабина. Во! Нет, не пойдет? Нет. Гена, что за задание? Это неправильно, прикольно. Сердце. Я возьму медикамент. Да. Маленький? Да. А-а-а. Раньше у меня было... Пошли. Быстро, быстро. Иди, Сабина, иди. Сабина. А сколько так будет? Так, секунду. Да, да. А позвони ему, пусть подойдет, пожалуйста. Ага, последний раз. Скажи. Крайний. Мы заплатим золотом. О, золотом. Евро. Евро. Да. Diese Flugzeug
Moment mal, Ausbildung, ja? Für Pilot. Mhm. Ausbildung. Ausbildungsflugzeug. Ja. Mhm. Ausbildung. Mhm. Zivil, Pilot, zivil. Ah, ja. Und, Як 52, это комбат. Ага. Так, двери кто закрывать будет? Сейчас, сейчас, Олежка прибежит, включит. Thank you.
8-2-7 занял 1200. 8-2-7 задание. Выполнение результата.
Flug überall. Alle gespeicherten. Und sehr glücklich. Господин Комаровский. Это главный кудесник у нас есть. Волшебница. На кухне. И шеф-повар? Да, шеф-повар. Шеф-шеф. У нас тоже говорили. Шеф-повар. Да. Отлично. Я там тарелку думаю так. Женщина требует культуры, а тут сливочки взять. Алира, в телефоне, ой, в фотоаппарате заканчивалась память. Да? Почему? Все время заканчивается память. Режиссер, да. Это хорошо. Это хорошо. Да. Будем принесить. Да, это. Комната? Да. Да, да. А сколько там? Какая тебе разница? Не надо жену кормить. Сабина, ты возьмешь пирожок? С картошкой? Скушаешь. Они большие, с картошкой. Там еще помидоры, огурцы. А вы когда собираетесь ехать? Ну, сейчас вот уже. Уже сейчас, да? А ты собирался с нами? Нет, нет, у меня еще два будет. Ты с Геннадием Андреевичем, да? Да, с Геннадием Андреевичем. Мы будем тигр посмотреть. Да, 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 да. И тоже это самое, на вот эту штуку снимать. Да, конечно. Конечно. Как зовут твоего друга? Какого? Командира полка. Не знаю, Бучник я его зовут. Бучник. Он просто спрашивал. Замполитом 300-го полка. А, он не был командиром, он был замполитом. Ну, тогда была всегда командир с замполитом ходил. Валерий Айнс, Валерий Цвай. Да, конечно. Да. А у меня будет еще сувениры. Квартире у тебя будет. Да? Конечно, в сумке. Небольшая сумка, ты не видела? Боже. Большое вам спасибо, что вы очень удобно летали. А господин Комаровский, он ух ты!